апельсины привозят из ближайших садов на тракторах, расфасованные в пластиковые сетки. Далее посмотрите, каким образом дальше идет процесс. Апельсины кладут в этих корзинах на конвейер. Очень тяжелая работа. Пола Гельсин. Зор Мусизины. Зор. Очень тяжелая работа. Далее из этих коробок апельсины вот таким вот образом попадают на конвейер. Их отбирают. Какие-то плохие, поврежденные или сгнившие. Ага. И потом апельсины попадают под ту машину, где их уже моют. Теперь вот в этой машине их моют. И далее. Сейчас мы поднимемся наверх. Буду не уйдет. А? Не а, в этой машине апельсины сушат. И далее. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. И далее апельсины начинают делить по размеру. Очень тяжелая работа, друзья. Каким образом происходит процесс упаковки апельсин? Апельсины идут вот отсюда. Сначала их смотрят, перебирают и сюда отправляют какие-то поврежденные. Далее упаковывают в рекламную пленку, упаковывают в корзины и готовую уже корзину отправляют на конвейер. И дальше по этому конвейеру идет до конца, где уже погружается в машины. В общем, друзья, работа очень тяжелая. Женщины работают с 8 утра до 7 вечера и получают в месяц всего по 1500 лир. Представляете, сейчас все работники ушли на чай, пить чай, отдыхать. Когда они вернутся, мы уже с ними поговорим. С чего начинается процесс сортировки апельсинов? С того, что вот сюда приходят большие грузовики с полный апельсин. В день приходит порядка 4-5 машин. Далее работники отбирают апельсины и погружают их в ящики. Вот вы видите, здесь апельсины плохие, которые тоже... которые выбрасывают. Подвозят пустые коробки. Вот таким вот образом их доставляют. Далее один работник, видите, идет в машину. Оттуда уже начинается процесс. Сначала все апельсины складывают в коробки. Все апельсины отправляются на фабрики по
отжиманию свежевыжатого сока. Все апельсины, вот вы видите, сколько здесь огромное количество контейнеров. Сначала их перебирают. Хорошие апельсины идут на экспорт. Не очень хорошие, нестандартные по размеру, может быть, очень маленькие. Все эти апельсины отправляют на фабрику по изготовлению свежевыжатых соков. Работники еще не пришли. А вот последний этап. Отсюда апельсины отправляются на экспорт. Загружают отсортированные вкусные апельсины, которые, возможно, будут и в вашем городе. Вот сюда приходят апельсины, готовые уже к окончательной упаковке. Все работники возвращаются на свои рабочие места. И вот таким вот образом происходит упаковка всех апельсин. В общем, друзья, фабрика опять заработала. Как я уже говорила, вот здесь апельсины сортируются по форме, по размеру. Далее апельсины по этой машине также по размеру сортируются и уже попадают туда, где женщины вручную складывают их и упаковывают. Вот вы видите, начали есть здесь коробки. И далее женщины их упаковывают. И потом апельсины отправляются на экспорт. Hiç görmediniz birbirinizi. Ты с каких недель бурда чалышешься? 7-8 недель чалышешься. 7-8? Да. А мачок зор бериш? Пара, да? Дейл ме? Алыштык. Сене? Бұндар бенден тағы өле келді. Бен ұнадым, бұндар тағы бұл сене келді. Dedim seni, bir şey araya gidelim. Ama ayaklar yürür mü? Çok... Evet, vali çekme diye biraz çektim işte. Evet, çekme diye. Vali çekme diye. Evet. Hadi, hadi. Görüşürüz. Kolay gelsin, görüşürüz. Görüşürüz. Все, друзья, мы уходим из фабрики. Вот такие вот здесь милые, удивительные работники. Мы уезжаем. Но я надеюсь, что мы приедем сюда еще не раз, потому что меня уже заждались. И сейчас мне скажут, что мы опаздываем опять везде. Но мне так, я так люблю фабрики, что вон там все ждут. Ну, мы уже уезжаем. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики. Всем всего хорошего. Пока-пока.